Музыка. Вообще самое интересное здесь является то, что это, наверное, единственный пример в истории компании Daimler-Benz, Mercedes-Benz, когда они заимствовали чужую разработку. Это была разработка фирмы Hanomag, чуть позже Hanomag Henschel. И это была настолько интересная и удачная конструкция, что компания Mercedes-Benz потом стала в течение определенного времени выпускать вот такие фургоны. Конечно, сейчас они уже давно сняты с производства. Вот сейчас он переоборудован, ну, вот в состояние такого легкого кемпера для путешествий, хотя это не совсем, конечно, кемпер. В течение полутора лет восстанавливали калининградцы этот удивительный автомобиль. Он длинноопасный. 105 км в час такую скорость он развивает. Все получилось. Кстати, вот этот же самый экипаж очень удачно участвовал на конкурсе водителей автобусов, которые проводились в честь Дня автомобилиста осенью прошлого года. Так, очень хорошо вписался микроавтобус вот, габариты необходимые. Построен он в 1976 году.